Что делать, если не знаешь, как осуществить мечту? Вот очень хороший вопрос. Почему? Потому что он очень странный. Никто обычно не знает четкий путь, как осуществить мечту. Ну, потому что иначе это бы не было мечтой. Но у нас у всех есть гипотезы, как это сделать. Гипотеза – это предположение. Так вот, каждый раз, когда у меня есть мечта какая-то, цель или мечта, это близкие достаточно понятия, я создаю себе, не то чтобы пишу, создаю себе план гипотез. А что бы я могла делать? Ничего бы я могла ожидать, внимание, а что бы я могла делать? Делать, еще раз, делать. Это важный момент. Что бы я могла делать? Да, я буду это визуализировать, да, я буду об этом думать, да, я буду это представлять, это моя потусторонняя помощь, я буду привлекать ситуации, обстоятельства, которые будут мне в этом помогать, я это буду материализовать, но делать я что буду? Вы из чего решили, что можно сидеть дома и курить бамбук и нихера не делать, и говорить не работает? Делать надо, надо свою энергию включать, надо думать. Так, наверное, я могу попробовать так. Вы начинаете действовать, и благодаря тому, что у вас включена ваша энергетическая волна, вы видите, либо у вас начинается резонирование, когда вы такие раз, вошли, и оно пошло. Это, знаете, как пошел на свидание, да, например, я хочу познакомиться с мужчиной. Я его визуализирую, представляю, но я, блядь, не хожу на свидание, вообще не вылажу из дома. Меня кто-то куда-то приглашает? Нет. Я хочу познакомиться с мужчиной, я решаю быть открытой. Я хожу на вечеринки, куда меня приглашают друзья, где я этого мужика могу увидеть? Неважно, есть там сайт знакомств, нет. Я где-то ищу этого мужчину. Ну, то есть я открыта для того, чтобы он меня нашел. Дальше. Меня приглашают на свидание. Или там я с кем-то случайно знакомлюсь. И вдруг мы познакомились, и мне как-то стало тепло и хорошо. Это называется резонанс, срезонировало. То есть пошел какой-то процесс. Это значит, вы энергетически на это настроены, и вы, когда настроены энергетически, и когда вы это себе представляете, визуализируете, аффирмируете и делаете различные практики, вы становитесь, вы очень тонко чувствуете. И вы сразу чувствуете, опа, либо вы приходите с кем-то знакомиться, да, и у вас такая прямо вот холод, вот прям вот такая, знаете, занавес железный. Это тоже говорит о том, что нет, это не тот. Но ходить на свиданку, мать вашу, надо. Что же вы сидите, вы что считаете, что он как джин из лампы вылезет? Hello, my baby. It's me. My name is Jake. Are you married me? Да? Так покурите травы и выйдите замуж. Так, поэтому давайте вернемся к теме. Нужно создавать себе ряд гипотез и действовать, исходя из этих гипотез. Да, я попробую. Я когда себя искала, я искала, так, что мне близко, вот это, попробую-ка я в этом проявиться, попробую-ка я в этом проявиться. Угу, оно, нет, не оно, рядом, что такое, я рядом, рядом, хожу, хожу, как, знаете, эта собачка, где? О, опять не туда. О, опять не туда. Это точно оно. Факт, опять не туда. А потом туда. Поэтому, если ты не знаешь, что делать, то делай то, что знаешь. Что-то ты знаешь, блин. Если ты вообще ничего не знаешь, то это не твоя мечта. Это как, знаете, вот ходишь и что-то хочешь купить. Но не врите мне, что когда вы идете за шмоткой в магазин, вы вообще не знаете, что вы хотите купить. Знаете. Вы знаете, что это будет. Кофточка, платьечко, или юбочка, или штанишки, или обувь. Вы что-то да знаете. Или трусишки. Вы что-то да знаете. Понимаете? Что-то вы знаете. Если вы нихера не знаете, вы ничего не купите. Не тратьте время. Идите пожрите. Не знаю, погуляйте, потрахайте. Что-нибудь поделайте. Поэтому не надо врать. Беру с Светланой. Так, почему вы такая охуенная? Интересненький вопросик. Так, у нас таких на быстрых свиданиях куча. Хочу познакомиться, но у меня нет времени, чтобы прийти и познакомиться. Да, да, да. Это, конечно. После рерайтера захотелось сменить окружение, друзей, даже мужа. Это нормально? Но я же говорила вам, что это нормально абсолютно. Конечно, нормально. Когда вы начинаете меняться, вы меняетесь. Ну что вам говорить, что вы меняетесь, и вам больше не нравится ваша одежда, ваш мужик, ваше все может не нравиться, может не нравиться что-то,
мы меняемся, все меняется. Если все вместе с нами не меняется, то как бы все.